А в городе продолжают таять дороги. Буквально в прошлую пятницу дорожники начали латать улицу Республики. Правда, почему-то заделать успели только одну сторону дороги. Другая, где в яму машины уже почти проваливаются, осталась нетронутой. Теперь они еще и заполнены водой. Так что, водители, будьте внимательны. На этой дороге поджидает весьма неприятный сюрприз.